Так, ну чё, всем здорово, давайте Atomic Heart, давайте продолжить. На том моменте, где закончили, третья серия. Ну, вот, сегодня подстримил немножко, подождал, пока и раскачивается. Так что, если интересно, что я там стримил, заходите, посмотрите, все это есть в записях на ютубе. Так, если вы заметили что-то там было написано, весь опыт, который вы получаете в этом мире, только ваш. Ну, спасибо. Так, что у меня тут, дробовик есть? Ага. Так, тут я не выйду. Тут показывали мультик. Ну, погоди. Так, ну что, погнали дальше. Исследовать комплекс. Подожди. Так, я такой приходил в эту комнату. Он говорил, типа, здесь что-то опасное. Ладно, давай я так гляну, что такое. Ах, какой мужчина! Какой есть? Не думаю. Да я пытаюсь. Не видишь? Тросы стальные. Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору. Скорее. А, так вам. А где твой? Непокорные властные мужчины меня заводят. Сейчас я тебя заведу. Только бы добраться до тебя. Ах, какой обожаю мачо. Я вся горю. Ближе, я не дотягиваюсь. Сейчас стараюсь, сильная тварь. Я к твоим услугам, милый. Мечтаю. Давай, 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 тебя. Давай. Что Суй. Я могу тебе сделать? Все? Вскоре вам будут доступны и другие умения, а сейчас выберите шок. Давай, шок. Получить. Следующий хан. Так уж и быть. Теперь дайте. Я покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Давай, я уж видел. Ёбаный пирог. Буквально. Я открою вам окно модернизации горячих и толстых пушек. И поверь моему опыту, милый, улучшить можно что угодно. Ну окей. Я способна на гораздо больше. Легкая непристойность. А то есть вот так вот просто... Так, я просто махаю. Тебе понравилось, милый? Угу, вас тоже. Неплохо. Этим грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов и принесешь мне... Это озабоченный, блин, автомат. Давай запись послушаем. Коля, а что это за вовчики в черном корпусе? Обычные вов А6 меня слушаются и вежливые, а эти в черном как паяли какие-то. Ходят где хотят, на приказы не реагируют. А вчера он меня толкнул и даже не извинился. Даже жутко. Это они только на высокий это боевые. Рейтинг реагируют, что ли? Ответь как сможешь, а то я нервничаю. Так, отлично. Лифты не работают. Какие варианты? Лифты обесточены. Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать так. Рубильник. Еще бы понять, где тут электрощитовая. Ее по проводке искать надо. Но все провода проводки убраны внутрь стен. А? Утечку электричества можно обнаружить, наверное, при помощи сканера. Где вы, Аль? Там, что ли? Подожди, не, во-во, смотри, что-то есть. Это мне тогда на ту сторону получается. Ладно, давай через верх попробуем. Так, кто? Да нет, не похоже. Или что, на нить, что ли, прыгать? Блин, сейчас свалюсь туда внутрь. Или мне еще реально игра, что ли, туда предлагает идти? Ну там, блин, я погибну. Так. Войди, пожалуйста. Так, ну сюда тоже, наверное, нежелательно отдать. Так, ну и что мне делать?
Давай сюда. Вот сюда можно. Подсобка на замке. Во? Как, блин, приятно. Тут щелчок пальцами не поможет, нужен ключ. Раз. Дай догадаюсь. Ты, конечно же, открыть этот замок не можешь. К сожалению, нет. Но я могу поставить вам отметку, где искать ключ. Он должен быть где-то неподалеку, в рабочих помещениях. От тебя начинает появляться польза. Это радует. Ну, сейчас давай искать ключ тогда. Так, вот тут где-то, да? Ну, блин, подожди. Мне нужно найти ключ, и мне нужно как-то активировать лифт. Так, ну он типа меня сейчас ведет туда, да, наверх? Так, вовчики. Ничего скрытого тут нету. Осторожно! Перейди камеру в виде наблюдения, Ромашка. Если оно нас засечет, сюда сбегутся роботы. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя электромагнитным импульсом. Сейчас тут обследую немного. Это, в принципе, с этими я не боюсь сражаться. Так, там больше ни один вовчик не писает, не? Так, запустить объект в камеру, да? Он слишком большой. Че, давай ведром. В принципе, ее можно было и так проскочить, как говорится. Товарищ майор! Вы же говорили, что знаете, как обходить камеры. Я думал, что настоящий профессионал действует значительно тоньше. Иногда приходится действовать потолще. Со мной не такое было. Так, не-не-не, надо поосторожнее, слышь? Давай сейчас размотаем их. Ладно, это с непривычки. Давно не заходил в игру. Так, ладно, один скопытился. Куда второй ушел? Непонятно. А не, вот второго тоже скопытило. Ну что, еще кого-нибудь позовешь? Вот и все. Так, давай для начала сюда. Старший робототехник Александр Ефремов. Вас ожидает. Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электросчетовую. Ну давай пока уже мы тут тоже осмотримся. Я хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение. Ну, что-то нашел. Боезапаса, в принципе, хватает. Его много дают. Просто подбегать к нему и сразу в ходу лупишь, и все. Швыряет там в них что-то. Крас. Чем грозит нам утечка информации? Потеря репутации во всем мире. Советские роботы повсеместно считаются абсолютно безопасными и эталонно надежными. Разве это не так? Абсолютно так. Именно поэтому предатель Петров ударил родину в самое больное место. Фактически воткнул нож в спину. Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших роботов. Вот же сучок. Все, давай глянем, что тут. Курение объявлен перекур.
Сведения, что все программы по выращиванию новых безвредных сортов табака с этого дня считаются приостановленными. Официально этот курс страну на борьбу с табакокурением. Неофициально после смерти Сталина на высшем уровне решено максимально отгородиться от образа курящего человека на любом уровне. Понимаю ваше разочарование, при том, что алкоголь, который куда вреднее и опаснее, производить продолжит. Но ничего поделать не могу. Случай на производстве, цехи проращивания произошел несчастный случай. Растение захватило аспирантку, проходящую здесь практику, девушку удалось спасти, но ее состояние ценится как крайне тяжелое. Все тело покрыто ожогами, она находится в стадии анафилактического шока, в сознание не приходило, была отправлена в санчасть при комплексе. Необходима транспортировка в больницу при комплексе Павлов. Всех свидетелей инцидента была взята подписка о неразглашении. Распоряжение транспортировки больной. Для транспортировки необходимо выделить 4 человек из сотрудников цеха, имеющих опыт работы с ядовитыми растениями, снабдить их костюмами химзащиты, запросить из Павлова специальный транспорт, имеющий необходимое оборудование, отправить Венелееву срочно на лечение в больницу при комплексе Павлов. Не Елову. Все, окей, выход. Почитали. Ну чё, ну бывает, чё, несчастный случай. Типа, не для прессы. Давай, чё у нас? Чё какая-то записка? Давай, слушаем. Товарищи. Как говорится, понедельник начинается в субботу. Однако я прошу вас в эти выходные специально взять отгул. Как вы знаете, 13 числа пройдет всесоюзная полимеризация населения нашей страны. И сверху поступил приказ в выходные самоорганизоваться на субботник, посвященный этому событию. Да. Кто будет работать 11 и 12, получит взыскание, а не премию. Удачных вам выходных. Типа вроде как и за свой счет, но по приказу. А, ну что, топаем назад, тут все вроде облутали. Надо было сейчас двери вскрывать. Пошли вскрывать. Так, ну это не сюда, это вот куда-то сюда, по-моему. Сюда, да. Так, вставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Раз. Слушаю вас. А ты любишь печеньки? А ты любишь печеньки? Так. Приедешь, не поднимешься. Это лазерная система пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать его логически. Что, правда? А я-то собирался стоять тут до тех пор, пока оно само не включится. Код подобрать, значит, говоришь, да? Ну подожди. Ну тут, скорее всего, будет какая-то подсказка для кода. 55-й, кого Нюхов, Вишневская. Товарищ Вишневская, относительно вашего вопроса о функции лучевого дешифхатера, это громоздкая система, механизм пассивной безопасности. Да как вы верно подметили, любой ребенок сможет управлять. Но пока этот ваш ребенок подбирает комбинации, на пульт охраны поступает сигнал, и проверяющий может остановить несанкционированные действия. В критической ситуации может оперировать даже сотрудник без квалификации. Плюс роботы из-за программных ограничений не способны управлять лучевым дешифратором, что снижает вероятность ошибки в случае сбоев их работы. Так что, надеюсь, вопрос закрыт. Поздравляю с назначением. Так, такая-то 55-го года. Екатерина Олеговна, поздравляем вас с вступлением в должность программиста-проектировщика комплекса Вавилов. Лично я и весь руководящий состав находимся в полном восторге от вашего послужного списка и рекомендаций. Заранее извиняюсь за несколько неподобающую обстановку вашего помещения. Предыдущий сотрудник был весьма неряшлив, вследствие чего и понижен в должности. Уверен, женская рука
этому кабинету пойдет только на пользу. По всем вопросам незамедлительно пишите мне. Екатерина Олеговна, искренне ваш Вавилов. Окей. Что, сейчас будем ключ подбирать? Давай. Так, блять. Леле пассивной безопасности. Плюсы, минусы. Разблокируйте работу Леле пассивной безопасности, верно упорядочив магнитные потоки. Окей. Ну, типа здесь синенькие тут. А, сверху должны быть красные, да? Типа. Попробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп. Это да, я помочь. понимаю. Типа вот так. Слушай, а почему он... Ага, понял. Все, легко. Изи. Порядок. Вот так вот. Питание восстановлено. Эти можно было вообще не трогать. Чисто вот эти. Я думаю, тут как-то сложнее будет. Давай возвращаться. Лифт, я думаю, там заработает уже, да? Ну, и в какой из них заходить? Предлагаю в правый. То есть ты не в курсе? Тогда я пойду в левый. Для облегчения так. Навигации я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу. Ты да, пошел бы я там. Ты упростишь, если перестанешь лезть под руку. Так. А здесь поудобнее. Вовчики. Напоминаю, дверь закрыта на электромагнитный замок. Да тебя что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю. Так, хлам всякий. Патроны для дробовика. Ну, пока вроде мы их пока только накапливаем. Так, мне типа сюда попасть надо, да? Ага, вот, у меня же была обилка на вешку. Шок на противника, шок приостановить их или даже уничтожить. Типа замедление, да? О, ебать. Ребята. Ну что, должен же я когда-то начинать их тратить. Ну а с тобой мы уже так разберемся, да, по свойству. Сюда иди, Васа. Эй, Васа. Ты где, Васа? Вовчик, то есть. Ну, против одного несложно сражаться. Особенно, когда уже размялся. Да даже против двоих, наверное, я не сказал бы, что прям тяжело. Так, что там в этих комнатах? Есть что-то? О, сохранялочка. И ну, погоди, есть. Там зайцы поют. А звука нету, да? Увы, ях. Ну-ка, давай-ка его. Блин, звука жалко нету. Ну, заяц, ну, погоди. Ох, такой грозный сейчас я вам зайцем тут. Чё, всё? Давай, хор зайчиков-мальчиков, да? Как там? Что там? Ну и наш там заяц в конце шел.
Чё, сейф? Сохранение данных. Ну все, сохранились. Ребят, вам спасибо за просмотр. Надеюсь, лайк поставите, подпишитесь обязательно. Вот, с вами был Зазепа. Всем удачи и пока!